Кость, Кость, давай поехали куда-нибудь. Я не знаю, давай поехали. Я хочу что-то такое, чтобы аж душа вылетала и летала. Нам еще много ехать? Ой, еще так много. Я не знаю, я, наверное, устала. Нет, я смогу, я уверена, я смогу. Едем, едем. Ты смотри, смотри, как классно. Костя, смотри, это невероятно. Офигеть. Ты только посмотри на это. Вот я никогда не думала, что я когда-либо увижу что-то подобное. Это неимоверно красиво. Я такие виды видела только через телефон, компьютер или на картинках. Это нереально красиво. От того, что я сегодня водитель, у меня нет возможности посмотреть направо, налево, разглядеть каждую статуэточку, каждую вещицу, все. Так обидно. И нам еще все еще ехать и ехать целый час. Мы доехали, приехали. Вот. Бока Ларичи. Поднимаемся на Бока Ларич. Уже поднимаемся очень долго по лесу. И не то чтобы как бы мы устали. Подъем очень такой простой. Некоторые части дорожки, которые нужно подниматься, заасфальтированы. Здесь у нас вот каких камешки просто. И мы просто себе красивенько, спокойненько идем. Мы этих велосипедистов многовато, по-моему. А там нормально. Сейчас куда-то придем, там должно быть красиво. Все, мы дошли. Что мы сейчас увидим, даже я не знаю. Потому что это должно быть что-то сенсационное, гениальное. Ждем, 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 ждем. И... А, все. Что здесь? Ого! Ого! Все, мы были, мы увидели, мы посмотрели, насладились на 1000% природой, надышались, нанюхались всякой травки, в прямом смысле. Я тут решила побегать, но я типа не спортсмен, но бегу, Костя там сзади. Не знаю, почему я решила, что я хочу бежать. И вот бегу. И без отдышки сама себя в афиге. И Амурчик вот рядышком бежит. Нормально. Бежала, 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 бежала. Никакой усталости.
А что происходит? И ни одышки нет, даже нету такой хрипоты, как было раньше. Что происходит? Костя сзади вообще пропал, я его оставила. Сейчас пойду, здесь циркушка есть, зайду покажу вам. Вот сейчас как раз покажу. Она очень симпатичная, и оттуда видны горы и само озеро Дигарда. Вот оно. Здесь у нас циркушка и кладбище. Смотрите, какое здоровское. Интересное. А там вот внутри есть стульчики. Есть стульчики. Можно зайти там посидеть. Там женщина убирается. Интересно. Вот, а мы были Бока Ларичи называется. Местность. О, Костя! А я бежала все до сюда. Представляешь, смотри, ни одной одышки. Вообще даже не хриплю. Даже не свинюшка, представляешь себе? Интересно вот сейчас. Сейчас вот пойдем, подойдем ближе, посмотрим, что отсюда видно. Мне нравится, здесь поставили вот эти вот стульчики. И можно смотреть. Здесь как бы так себе виды. Так себе виды. А вот если зайти и посмотреть вот отсюда, то тут видны прям горы с снегом. А мы поднимались, вот мы шли вот так, все поднимали, поднимались и зашли вот так в ту сторону, и с той стороны зашли, и было видно все озеро. А здесь можно зайти в оградку этой церквушки. Кость, можно, смотри. И отсюда тоже видны красиво горы. Ты только посмотри, какая прелесть. Здесь кто-то что-то выращивает внизу. О, там есть детская площадка. А, вот здесь часть озера видна. И Рива Делгарда. Вот это Рива Делгарда. Там вот ресторанчик. Мы сейчас, наверное, пойдем посмотрим, что, сколько там стоит. Или нет. Красота. Это у нас получилась совершенно незапланированная поездка. Абсолютно незапланированная. Но я и так довольна. Хотя ехали мы сюда 2 часа с половиной. Заблудились. Не могли найти парковку. Целое приключение. Открыта церковь? Сейчас зайдем. Она вообще старая-старая. Идем. Знаете, что прикольно вообще абсолютно? Здесь живут люди, вот в этих домах живут люди, вот в этих домах живут люди. И у них каждый день вот такой вот вид на горы. Это невероятно. Велосипедист. 1, 2, 3. 4, 5. И там еще едут. Взяла себе un panino con formaggio e prosciutto crudo. Горячий. Очень вкусный. Очень вкусный. Мы решили пойти другой тропой. И вышли. И вышли на другую. Другая. Вау! Как красиво! Там здесь другие горы, и здесь другая улочка, тропинка.
Ну, уже слишком поздно. Да. Ты думаешь, завтра ты хочешь опять сюда приехать? Завтра? Ну, давай. Но приедем утром. Главное, чтобы, да, не было дождя. Да, иди нюхай там. Иди нюхай там. Домой нам ехать еще 2 часа примерно с половиной. Спасибо. Не прощаемся. Берегите, любите. Целуйтесь. Обнимайтесь. Пока.